Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. На своей странице микроблога Иосиф Пригожин показал свою внучку Селин. Семейство пришло на завтрак в ресторан. Как известно, Пригожин с женой Валерией, ее сыном Арсением и невесткой Лианой проводит летние дни в Италии. Первый завтрак. Селинка. Селинчик, мы с тобой завтракаем. Потому что не дождешься ни от кого. Смотри, как она смотрит на себя. Как же интересно наблюдать за малышами. Селин очень быстро учится и повторяет все за дедом. Столько радости и сил придает. Подписал под роликом Пригожин. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.